На самом деле суть происходящего сейчас на ИФе прекрасно видна на стенде фирмы Marshall. Ну, вы все знаете Marshall по концертным выступлениям и рок. Ну вот они и пытаются использовать эту эстетику. Во-первых, блютузная колонка. В виде комбика с прекрасно крутящимися кнопочками, с отличным переключателем on-off. Класс. Практически комбик, отделка как бы кожей, два аналоговых, два цифровых входа, можно соединяться с телефоном по Bluetooth. Это и будет, наверное, основным источником. Ну и, конечно же, наушники. Даже Marshall что делает наушники. И говорят, в Европе они хорошо продаются.